Здравствуйте, на государственном телеканале Западной Армении. Очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Погодный контраст Западной Армении. В Степанакерте прошло совместное заседание Совбеза Армении и Карабаха с участием Пашиняна. Путин отказал Эрдогану в разделе Сирии. Хафтар назвал условия для прекращения войны в Ливии. Макрон предрек новый миграционный кризис в Европе и в результате эскалации ситуации в Идлибе. В ближайшее время будет поставлен документальный спектакль, посвященный Монте Мелконяну. В то время как толщина снега в провинции Кюрин, Себастии, Западной Армении достигает 2 метров, а дороги напоминают снежный тоннель, в районе Улту-Карина вышли в первые подснежники, которые должны были открыться в марте. Эти изысканные цветы, которые считаются вестниками весны, неожиданно ознаменовали свое прибытие в феврале. 22 февраля в Степанакерте состоялось совместное заседание Советов безопасности Армении и Арцаха. Мероприятие прошло за закрытыми дверями. Президент Арцаха Баку Саакян и премьер-министр Армении Никол Пашинян выступили с речами и обсудили широкий круг вопросов. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайпом Эрдоганом. Об этом сообщается на сайте Кремля. В беседе с Эрдоганом Путин отказал в разделе Сирии, отметив необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности страны. Главы двух государств в телефонном разговоре договорились активизировать межведомственные консультации по Идлибу, чтобы достичь снижения напряженности, обеспечить прекращение огня и нейтрализовать террористическую угрозу. Путин и Эрдоган также затронули проблематику ливийского урегулирования. Как рассказали в администрации главы Турции, Эрдоган заявил Путину о необходимости сдерживания армии Сирии и сирийской провинции Идлиб. Днем 20 февраля протурецкие боевики при поддержке армии Турции предприняли попытку наступления в Идлибе и прорвали оборону сирийской армии в районе селения Найраб. Атаки в итоге были отбиты с помощью ВКС России. Командующий ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар заявил, что готов остановить боевые действия, если из Ливии выведут сирийских наемников. Об условии прекращения войны в стране он рассказал в интервью РИА Новости. Прекращение огня является результатом выполнения ряда условий, среди них прекращение поставок оружия в Триполи со стороны Турции и ликвидация террористических группировок, отметил Хафтар. Ситуация в Идлибе грозит неконтролируемой военной эскалацией конфликта. Франция и Германия настаивают на немедленном перемирии и возобновлении политического процесса. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, покидая провалившийся саммит по бюджету ЕС, сообщает ТАСС. Он также выразил опасения, что в боевые действия грозят Европе новым миграционным кризисом. Возможное число беженцев он оценил в 2 миллиона человек. В ближайшее время будет поставлен документальный спектакль, посвященный национальному герою Монте Мелконяну. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель мэра Еревана Тигран Веробян. «Мы работали над интересным и важным проектом с женой Монте Мелконяна Седой Кеприан Мелконян в течение нескольких месяцев. Вместе мы создаем произведение, на основе которого должно быть организовано представление. Оно будет основано на письмах Монте к Седе, отражающих различные этапы жизни Монте, в том числе период Арцахской войны. Благодаря этому спектаклю мы еще раз покажем Армении и всему миру Монте Мелконяна как человека, бойца и героя. Многие из лучших авторов Армении будут вовлечены в работу над проектом, чтобы у нас было достойное представление для Монте Мелконяна, национального героя Армении и Арцаха», написал Веробян. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ансамбль «Акунг». Версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!